президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед участниками группы 20 представил предложение Украины по достижению мира с Россией, который предусматривает 10 пунктов. По словам Зеленского, есть набор решений, и он хочет, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным. Украинский лидер стремится, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливой на основе устава ООН и международного права. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора в нашей стране. Уверен, что сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну. Предложения Зеленского предусматривают следующее: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, выведение российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие ЭКЦДУ, недопущение эскалации, фиксация окончания войны. Каждому пункту украинский лидер уделил отдельное внимание. Зеленский отметил, что уже есть положительный опыт экспортной зерновой инициативы, в которую вовлечены с одной стороны Украина, Турция и ООН, а с другой стороны Россия, Турция и ООН. По его мнению, подобно этому может сработать выполнение каждого из указанных пунктов, где сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении. Зеленский в своей онлайн-речи на саммите группы 20 несколько раз назвал ее G19, намекая, что Россию следует исключить.